Годы проходят, но не забывается трагедия, произошедшая в Беслане 1 сентября 2004 года. На днях о погибших в том страшном теракте помолился архиепископ Владикавказский Аланский Зосима. Он побывал здесь вместе с министром юстиции России Александром Коноваловым, прибывшим в Северную Осетию с рабочим визитом. Город ангелов – мемориальное кладбище, где похоронены 266 человек, погибших во время террористического акта в Бесланской школе номер 1. Это школьники и спецназовцы, отдавшие свои жизни за детей. Сюда приходят вспомнить о них их близкие. Здесь проходят памятные мероприятия с участием горожан. Но, наверное, самое главное – это молитва о упокоении тех, кто здесь похоронен. На мемориальном кладбище была совершена заупокойная лития. Почтить память погибших в город ангелов прибыл вместе с правящим архиереем министр юстиции России. Он посетил Северную Осетию для проведения совещания по итогам работы территориальных органов Министерства юстиции по Северной Осетии и подведомственных федеральных служб. На мемориальном кладбище Александр Коновалов возложил цветы к памятнику жертвам бесланской трагедии. Также на заупокойном богослужении присутствовали председатель правительства Республики Северная Осетия Алания Сергей Такоев и руководитель Управления Министерства юстиции России по республике Медея Элдзарова. Сохранение памяти о произошедшем – это важная задача, решение которой должно предотвратить подобные теракты.